Очень, обратный очень хват. Хорошо. Ой-ой-ой, захватил-то здорово сейчас. Давайте смотрим, что будет дальше происходить. Я думаю, не хватит не совсем сил, наверное. Удобно, не совсем удобно ему самому в этой ситуации. Да, наш еще борец меньше. За ноги взялся крепко. Остается 10 секунд до конца поединка. Ну, я надеюсь, здесь ничего не произойдет сверхъестественного. Все, иранский борец в этой ситуации проигрывает. Все, поздравляем нашего спортсмена. Ну что ж, достойно. И даже удерживая этот захват, иранец еще успевал апеллировать к судьям. Но не спасло его это. Магомед Нурасулов за счет вот этого прекрасного броска выигрывает эту схватку. Становится победителем в весовой категории до 120 килограммов. Ну а мы будем прощаться с вами. Турнир заканчивается, но не заканчивается борьба. Болейте за красноярский спорт, будьте здоровы и ждем вас на стадионах. До свидания. До 84-96 120 килограммов. Кроме этого, у нас будет вручение специальных призов от губернатора и мэра города. Друзья, оставайтесь на местах, разделите момент триумфа вместе со своими любимцами, вместе с борцами, но заодно обсудите перипетии финальных схваток, которые только что у нас завершились. Буквально через минуту уже первая церемония награждения стартует, и мы увидим, кто стал лучшим в категории до 84 килограммов. Приготовились хлопать и приветствовать спортсменов. Судьи наши уже расслабились, и мы можем дать оценку. Не, по сути дела, не было никаких серьезных протестов. Отсудили великолепно. И я думаю, вы своими аплодисментами дадите оценку нашим судьям, судьям международной категории. Дамы и господа, уважаемые любители борьбы, мы начинаем заключительную церемонию награждения 24-го международного турнира по вольной и женской борьбе серии Golden Grand Prix Иван Ярыгин. Самые серьезные и самые тяжелые с точки зрения веса парни собрались у нас на сцене. Борьба была сегодня нелегкая, но победители действительно достойные борцы. Россия, серебро. Азар Шакиб, Махамад Реза, Иран. Бронза, Александр Хуценовский, Украина. И Феликс Царикаев, Россия. Михаил Мамиашвили приглашается также для вручения наград. Президент Федерации спортивной борьбы России. Всех он сейчас приветствует, победителей и призеров. Амар Магомедов, Белоруссия, на третьей ступени. И Бекхан Куркиев, Россия, город Красноярск. Бронзовые призеры в весовой категории до 84 килограмм. Ну что ж, 24-й международный турнир по вольной и женской борьбе серии Golden Grand Prix Иван Ярыгин подошел к своему концу. Три дня увлекательнейших поединков. Несколько сотен борцов из разных стран, в том числе и таких экзотических, как Сенегал, Мадагаскар, Гвинея-Бисау, Камерун, Пуэрто-Рико. Наш турнир расширяет горизонты, расширяет свою географию.
но не теряет от этого статусности, не теряет своего уровня. Напомню, и победители турнира из числа россиян получают путевки на чемпионат Европы в составе сборной команды России. Ну и все призеры, они будут готовиться к другим турнирам, там и Кубок мира впереди, и Кубок европейских наций. Он становится серебряным призером нашего турнира и получает, соответственно, продолжается церемония награждения. Весовая категория до 84 килограммов. Серебряная медаль Магомед Ибрагимов, Россия. Ну и золотая медаль. Наш красноярский спортсмен Анзор Уришев, участник Олимпийских игр 2012 года, начал новый олимпийский цикл с победы в престижнейшем борцовском форуме. Анзор Уришев, Россия, Красноярский край. Ну что ж, поздравляем мы Анзора с этим успехом. Чемпион получает кубок, где изображен фирменный бросок Ивана Ерыгина. И денежную премию фонда Ивана Ерыгина. Да, вы все слышали сами. Статуэтка, где запечатлен фирменный бросок Ивана Ерыгина. В руках у Анзора Уришева. У нас во дворце спорта лучшие представители весовой категории до 84 килограммов 24-го международного турнира. Иван Ерыгин. Всех участников просим остаться на сцене и приглашаем для награждения победителей призеров весовой категории до 96. Весовая категория до 96 килограммов на очереди. Вес Ивана Ерыгина. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов будет участвовать в церемонии награждения в этой весовой категории. Михаил Мимиашвили никуда не уходит. Президент Федерации спортивной борьбы России. На третью ступень чуть не стало почетно для получения бронзовых наград. Абдусалам Гадисов и Юрий Белановский, представитель Красноярска. На третьей ступени не стало почетно. И Абдусалам Гадисов, участник Олимпиады 2012 года в составе сборной России. Каждый спортсмен получает медаль, соответствующий диплом и денежную премию. Но у нас будет еще вручение двух специальных призов по итогам всех весовых категорий, так что, друзья, интрига сохраняется до последнего. На пьедестал почета приглашается Анзор Балтукаев, Россия, серебряный призер. Анзор Балтукаев, серебряный призер. Немного повредил колено в финальной схватке. Анзор Балтукаев, представитель Чеченской Республики, становится серебряным призером. И победитель весовой категории до 96 килограммов Владислав Бойцаев. Владислав представляет город Владикавказ и поздравляет его. Поздравляет, друзья, аплодисменты на трибунах. Фотография на память. Для красноярского турнира особая весовая категория, именно в ней наводил шороху в свое время Иван Ерыгин. И до сих пор остается ориентиром для спортсменов. Спасибо большое, просим вас оставаться. Ну, вы все слышите сами, да, самая престижная весовая категория для нашего турнира. Категория, в которой боролся великий Иван Ерыгин, в честь которого назван и этот турнир, в честь которого назван дворец спорта, в котором соревнования проводятся. Это его весовая категория, 96 килограммов. Виктор Томенко
председатель правительства Красноярского края, будет принимать участие в награждении победителей и призеров весовой категории до 120 килограммов. 24-го международного турнира Гран-при Иван Елинин, Феликс Царикаев, Россия. Феликс Царикаев и Александр Худзяновский, Украина. Бронзовые призеры весовой категории до 120 килограммов. Супертяжелая весовая категория. Соревнования в этой весовой категории венчают любой борцовский форум.